Чё творим, бро? Меня зовут Сергионис, и это моё потерянное видео. Я не помню этого видео. Оказалось, что я его залил на YouTube. При просмотре у меня началась головная боль. В глазах темнело, а под конец видео я потерял сознание. Что же было в этом видео, вы сейчас узнаете. Видео началось очень странно. Целую минуту был темный экран, а после выскочила криповая, ужасающая заставка. На фоне играла громкая и страшная музыка. И было написано: «Одержим видеоблогер». Переход на меня. Я стоял с темными, как пропасть глазами не отличал людей. Мною управляла сущность дьявола. Я подошел к своему деду и сказал: «Эй, ты!» За такое бы мне влетело точно. Дед грозным голосом ответил, что сейчас даст мне леща. Я приказал ему поставить лайк и подписаться на мой канал. Когда дед попытался встать, я охватил его разум и садил назад. Но мой дед очень силен и сопротивлялся мне. Мой дед в ужасе сказал, что я стал видеоблогером и подписал контракт с дьяволом. Он захотел меня связать и вызвать священника. Начались помехи, которые длились очень долго. После переход на меня. Я уже был привязан и сказал, что меня ничто не остановит. Напротив меня стоял священник и попросил принести Библию. Настя побежала по Библию. Через секунду священник стоял с Библией и начал читать. Как оказалось, потом это была не Библия. Я под эффектом сущности сжег все Библии и вылил святую воду. Священник кинул книжку в малыша Сэма, и малыш Сэма впал в кому от сильного удара. Из кухни вышел Санта-Клаус и сказал, чтобы все осталось на месте, что я сгнию там сам. Выскочила надпись 100 лет спустя. Я вырвался и уничтожил все вокруг себя. Видео оборвалось. После просмотра видео оказалось, что мне 17 лет. Я был шок и от увиденного, и после ушел из потерянных эпизодов навсегда. На этом все. С тобой был Сергионис, поставь лайк, тебе это всего 2 секунды, а мне приятно. И подпишись на мой канал, а также расскажи об этом видео друзьям. И помни, бро, ты самый-самый лучший, я тебя просто обожаю. Ладно, да, я тебя обожаю. И помни, это всего лишь мое воображение. Потерянные эпизоды никогда не кончатся, наверное, а может и кончатся. Йоу. Чего? Вставай и подписывайся на канал. О нет, он стал видеоблогером! Надо его связать! Ну конечно, он очень силен. Нам надо Библия. Хорошо, сейчас будет. Ты же не святой отец! Татёный видеоблогер! И когда тычинка и песика ходят друг к другу, получается? Вы чё прикалываетесь? Я сказал мне Библию дать! Хо-хо-хо! Джингл бэн, джингл бэн. Да оставьте его в покое, он себе здесь и так сгниет, привязанный. Jingle bells.